Пенсия онлайн – такой сервис или, словами специалистов, суперсервис могут запустить в России в следующем году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Суперсервис «Пенсия онлайн» будет помогать гражданину от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и способа ее получения. Опрос на улицах города показал, что подобное сопровождение лишним не будет. Мы задали чебоксарцам вопрос, знают ли они, где формируется накопительная часть их пенсии. Не знаю. Ой, нет, я этого не знаю. Если честно, я вообще в пенсионное накопление бы ничего бы не скидывал. В пенсионном фонде копится. Я отказалась от накопительной части. У меня в государственном фонде, пенсионном фонде, спокойно живу, никого не трогаю. Само по себе течет как-то и все. Запуск суперсервисов, таких как «Пенсия онлайн», предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». Всего определены 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых создадут такие комплексные сервисы по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.